Друзья, всем привет! Сегодня приготовим вместе шоколадный манник. Рецепт доступный для всех, с ним справится даже начинающая хозяйка. Все продукты можно замерять стаканами. Я буду пользоваться и разрыхлителем, и содой. Можно же взять что-то одно. Полное количество в граммах и в стаканах я вам оставлю в описании под видео. В миску выливаем сразу весь кефир. У меня кефир. Вместо кефира можно взять молоко, какое-нибудь растительное молоко, например, кокосовое, овсяное, ореховое. Можно просто добавить вместо кефира воду или любой любимый ваш сок. В кефире сразу погашу пол чайной ложечки соли. Если вы готовите не на кефире, то погасите соду уксусом. Все немного перемешаю и добавлю сюда 1 стакан манки и 1 стакан сахара. И просто все перемешаю венчиком. Ну вот, все просто перемешали до однородного состояния. И отставляем нашу массу настояться минут 20-30. И пока подготовим муку. 1 стакан муки смешаем с 1 чайной ложечкой разрыхлителя. И подготовим формочку. Размер моей формы 24 сантиметра диаметром. Формочку смазываю растительным маслом. Прошло 30 минут, манка хорошо набухла, и теперь добавляю сюда растительное масло, у меня здесь полстакана. Все перемешаю и добавляю сразу всю муку с разрыхлителем и просеиваю 40 грамм темного какао. 40 грамм это примерно 3-4 столовые ложки. Если вы хотите добавить какие-то добавки, то самое время это сделать. Это могут быть орехи, сухофрукты, кусочки шоколада, ваниль или цедра лимона, апельсина. Это все по вашему вкусу. Я добавлю 2 чайные ложечки экстракта ванили. И все тщательно перемешиваем венчиком. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. У меня много рецептов выпечки, тортов, пирогов. Видео выходят регулярно во вторник и пятницу. Ну вот, тесто получается не густое. Посмотрите, оно и не слишком густое, и не слишком жидкое. Вот такое. Обратите внимание на консистенцию. Перекладываем тесто в форму. Форму немного пристукиваем и отправляем запекаться в духовку на 35-45 минут. Все будет зависеть от размера вашей формочки и от вашей духовки. Выпекаем до сухой зубочистки. Даем ему немного остыть и пока приготовим шоколадную глазурь. Для глазури смешиваем 100 грамм темного шоколада. Я его наломала на кусочки. 50 миллилитров молока, и здесь у меня буквально 20 грамм сливочного масла. И растопим все это на маленьком огне, регулярно помешивая. Шоколадной глазури дадим немножко остыть, и затем будем украшать наш манник. И давайте сразу отрежем кусочек и попробуем. Вы только посмотрите. Это очень-очень вкусно. Получается он очень мягкий. Не нужно никакого брауни. Слегка влажноватый внутри. Каждый кусочек просто тает во рту. Друзья, если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю удачной выпечки и до новых встреч!
С вами была Виктория.